Бусидо. Путь воина. Тацуо Накано против Наоки Сано. Местечковое такое соревнование, чисто японское. Вот Тацуо Накано из Ибараки, 28 лет, 215 фунтов его вес, 5 футов 9 дюймов рост. В последнем бою Тацуо проиграл Ямазаки, хотя выигрывал очень и очень много, но проиграл, попался на болевой прием от Казуо Ямазаки. Что касается зрителей, то они всегда поддерживают Накано и их радует, импонирует Накано то, что тот никогда не сдается. А это Наоки Сано с острова Хоккайдо. Ему 28, 5 футов 10 дюймов его рост и 220 фунтов вес. Он произвел хорошее впечатление в UWFI, хотя и потерпел поражение от Тамуры в последнем бою. А Накано придется нелегко, поскольку Сано тоже жаждет лавров победителя. Ну, а если в очередной раз вернуться к Накано, то его считают одним из самых боевых соперников на ринге Бусидо. Каждый раз, когда специалисты уже сбрасывают его со счетов, он одерживает победу. Так что с ним надо держать ухо востро. И посмотрим за поединком Накано и Сано. Это Наоки Сано. Пока он очень уверенно и спокойно держится на ринге. Ну, про Накано мы знаем, что его нужно хорошенько разозлить. Поскольку до поры до времени Тацуо Накано напоминает медведя Каало. Без движения практически находится и не проявляет каких-то активных действий. Но стоит сопернику причинить Накано боль, как Тацуо просыпается и словно медведь из спячки вылезает из берлоги и начинает крушить всех и вся. Вот сейчас попытка суплекса, двойного захвата, броска через себя была у Накано, а в итоге бросает-то через себя Наоки Сано. В итоге все получается с точностью до наоборот. Наоки Сано пытается все-таки взять на болевой прием руку Тацуо Накано. Не очень удается, хотя Накано в данном случае не позавидуешь. Вполне вероятно, это и будет тем самым поворотным моментом в этом бою, поскольку большие неприятности сейчас причиняет Наоки Сано Тацуо Накано. И, может быть, это и будет тем самым раздражителем для довольно-таки, скажем так, не поджарого атлета, коим является Тацуо Накано. И вот он пошел действовать. Вот то, о чем мы и говорили. Будет бросать через себя или нет? Говорит судья, отвались. Потому что вполне вероятен бросок через себя. Хотя бросок с захватом шеи чрезвычайно сложный именно в техническом исполнении. Ага, вот что решил сделать Накано. Он ударил коленом и потом бросил уже Сано. Ну, пора уже открывать счет. Да, удар по основанию черепа довольно болезненен. Тацуо Накано ждет спокойно в углу. А Наоки Сано, похоже, не очень понимает, что вообще происходит и где он находится. Хотя довольно быстро он приходит в себя. Несколько раз очень неплохо атакует ногами прежде всего. И надо открывать уже счет. Тацуо Накано 12-11. Выражение лица у Сано неплохое сейчас было. Да, Тацуо Накано. Нет, пришел в себя этот парень. Уволень, уволень, а видите? Берет и бросает Наоки Сано, да бросает как чувствительно. Смотрите, сразу же 11-11 и 8. Пожалуйста, вам открывается еще раз счет. Два подряд нокдауна. Наоки Сано готов продолжать бой.
Ну что, теперь очередь на Окисана атаковать. Да, совершенно верно. Он уже будет пытаться бросить. А, он попытался даже не бросить, а провести болевой. Болевой удушающий. Ну и давайте смотреть, выдержит ли шея и голова Тацуо Накану. Призывает сдаться сейчас, по-моему, судья Тацуо Накано. А происходит все наоборот. Вы посмотрите, теперь Накано переходит в контратаку. И еще раз попадается на болевой. И, по-моему, да, это чистая победа. Победа на Окисано. Все-таки умудрился прийти в себя на Окисано после двух нокдаунов. А Тацуо Накано не удалось сбить захват двух рук, который скрестился на руке Тацуо Накано. Победитель, естественно, Наоки Сано. У него это получилось. Вот он, победитель, Наоки Сано.